Тех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов, знакомиться с их автобиографией. Григорио Фернандес, испанский скульптор эпохи барокко, принадлежит кастильской школе скульптуры, следуя стилю других великих художников, таких как Алонсо Беругетти, Хуан де Джуни, Помпео Леоне и Хуан де Арфе. Я пользуюсь переводной Википедией. Родился в Саре, на территории нынешней провинции Луга, Галисия, в апреле 1576 года. Позже он отправился в Вальядолид, муниципалитет в Испании, привлеченный королевским двором. После работы ассистента в других студиях Григорий Фернандес основал свою собственную, где у него появилось много учеников и сотрудников, и он развил огромную деятельность благодаря своей широкой клиентуре. После своей смерти Григорий Фернандес оставил много учеников, которые следовали его стилю. Добился большой репутации при жизни, был великим экспертом в своем деле. Его обширные знания человеческого тела позволили ему создать высокодетализированную анатомию с твердостью костей, напряжением мышц, нежностью плоти и гладкостью кожи. Глубокий выразительный мир его фигур колеблется между драматизмом физической и моральной боли и уклонением от мистического опыта и выражается в спокойных позах и сдержанной жестикуляции, придавая наибольшую выразительность лицу и рукам. Реалистичность подчеркивается с помощью добавленных фальшивых элементов, которые усиливает ощущение подлинности. Глаза сделаны из стекла, ногти и зубы из слоновой кости, сгустки крови из пробки, капли пота и слезы из смолы. Фернандес создавал скульптуры для алтарей и процессий, создал множество иконографических изображений, которые на долгие годы послужили моделями для других художников. Умер 22 января 1636 года. Вот так вкратце из переводной Википедии о испанском скульпторе эпохи барокко Григорио Фернандес. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.